Всем привет, особенно мои подписчики. По техническим причинам, в общем, был канал немножко закрыт. Но сегодня мы опять завелись. Давайте я вам сегодня покажу такую замечательную программку. Как бы сам сегодня ей воспользовался. Данная программа служит для того, чтобы переводить языки, да, так скажем, с любого языка можно перевести. Вот так она в трее выглядит. Может быть, кто-то уже встречал, но мне вот данная программа пригодилась очень недавно. То есть надо было перевести в архиве, да, тексты. Это не Google тут не поможет шибко, так я вам скажу. Программка нормальная, в общем, давайте я вам покажу на примере. Да, смотрите следующее видео, там выйдет обзор про крипторы. Крипторы я все залью, штук 8-9 под видео. Вы их сможете скачать, в общем, пользоваться. Надоели уже эти, блядь, форумы, все эти хайды. Буду выкладывать на канале все крипторы, будете пользоваться. Единственная просьба, блядь, не палите их, да? То есть не заливайте потом на вирус Total, есть для этого другие сервисы. Давайте возьмем вот документ, то есть, да, чтобы не заморачиваться, например, с английского я вот возьму. Переводит он с 42, что ли. Ну и не просто переводит, он еще и озвучивает это. Сейчас я вам покажу все. Я оставлю ссылочку на сайт, скачаете. То есть просто вставляете в окно и все, нажимаете перевести, прослушать. Введение. Прежде всего, я хотел бы, чтобы действительно благодарю вас за покупку этого WSO. Есть из многих WSO там, и я рад, что вы выбрали мой, потому что я искренне верю, что у меня есть что-то уникальное, чтобы... Ну, видите, немножко тут, потому что перевод все равно, ну, по смыслу можно понять достаточно нормально. То есть, думаю, данная прога пригодится, ссылку на сайт я оставлю. Ну, вот так можете у wbdictor.ru. Тут все описано, все версии. Вот. Переводит на 42 языка. Видите, можно и прослушать. Ну, думаю, данная программка будет полезна пользователям, кто лазит по зарубежным сайтам. В общем, смотрите видео, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока.